Настоящий межнациональный конфликт разгорелся в городе Коркино Челябинской области России. Стихийная акция, прошедшая в четверг, 24 октября, на фоне убийства женщины, переросла в беспорядки и привела к задержанию десятков человек. По сообщениям российских СМИ, так называемый народный сход у домов членов цыганской диаспоры обернулся стрельбой, а для разгона десятков собравшихся местных жителей привлекались силовики из Челябинска. Но все по порядку. Вечером 23 октября в Коркино на улице Ватутина нашли тело 40-летней таксистки Елены. Она поехала в цыганский квартал на заявку. К ней сели два молодых человека. Во время поездки между ними произошел конфликт. У женщины остались двое детей. И вот вечером 24 октября подозреваемых задержали. Ими оказались молодые цыгане. Убийство предъявлено одному, 17-летнему. Роль второго уточняется. После этого в Коркино начались массовые волнения. Порядка 150 жителей вышли на улицу в цыганском квартале. Кричали о бездействии полиции, о том, что о проблемах с диаспорой известно давно, но они никак не решаются. Первых стекол уже нету. Туда этих цыгане. О. Жители Коркино начали поджигать цыганские машины, дома и даже бить окна. На место выехали ОМОН, Росгвардия и другие силовые структуры. Въезд в Коркино со стороны поселка Тимофеевка, где живут цыгане, был перекрыт. В то же время цыгане целыми семьями начали спешно покидать Коркино. А жители соседнего Еманжелинска рассказали, что в их город приехали целыми семьями с большим количеством детей, спасающиеся от беспорядков люди. Десяти восьмилетний цыган, к дому которого пришла толпа, начал открывать огонь и ранил двух мужчин 37 и 29 лет. Пострадавших увезли в больницу, а стрелявшего задержали. На него возбуждено уголовное дело покушение на убийство двух человек. Цыгану грозит до 15 лет лишения свободы. Согласно пояснению, 24-го они находились вблизи дома 66 по улице Троицкого, города Коркино. Когда лицо, находившееся по вышеуказанному адресу, произвело не менее трех выстрелов, причинив последнему огнестрельное ранение. В настоящее время органам следствия имеется достаточное основание полагать, что лица, проживающего по адресу Челябинская область, Коркинский муниципальный округ, город Коркино, улица Троицкая, дом 66, может находиться лицо, совершившее вышеуказанное преступление. В общей сложности во время массовых беспорядков задержали 43 человека. По предварительным данным, на них составили протоколы за мелкое хулиганство и отпустили домой. Город Коркино, смотрите, наши защитники, наши заступники. Молодцы, ребята, наших героев надо знать лицо. Вот всех. И все время. Они все, ребята, я вижу, что они нормально получили дубинками, потому что они все стоят и корчатся от боли. У нас мальчик. Мы только что наблюдали. И уже на следующий день обвиняемого доставили в суд. Вот что сказал его отец. Почему нет? Вы его поддержать пришли? Да, говорю, будет закон разбираться. Я его не поддерживаю никого. Если не виноват, он ответит.
Понимаете, просто в данный момент у нас ситуация такая в городе произошла. Сейчас начинается межнациональный конфликт. Потому что люди много что не понимают. Ребенок инвалид. Понимаете? Он приехал на этот такси, он не смог бы этого сделать. Просто поймите тоже одно, 16 лет ребенку, он глухонемой, не слышит. Понимаете? Вот это вот давление со всех сторон, как бы, да, вот получается, тут, типа цыгане. Нет, он ответит по российским законам, если он только это сделал. Я его лично сам привез. Как только мне сказали, что на нем есть подозрение, я его лично сам привез, чтобы следствие разобралось в этом деле. А вы отец? Я хочу только справедливости, ничего большего. Понимаете, мы в этом городе живем, они у нас растут. Как мои дети, но у меня еще дети есть, и многие дети, как они в школах будут ходить после этого. Это не просто так, если вы хотите собрать еще человека, это... ни у кого нет такого возможности, понимаете? Вот. Давайте не будем. Но он не один там был. Я не знаю. Если бы кто-то был, я с ним лично сам займусь, потому что не надо подставлять моего сына. Понимаете, если лично кто-то был, это значит воспользовался слабостью моим сыном, что он не слышит, он не может договорить от этого. Я лично сам буду сейчас, когда следствие будет работать, я этому буду помогать этой следствию. Давайте не будем. А тот, кто стрелял, это ваш отец? А? Тот, кто стрелял? Когда уже по домам начали ходить, начали сжигать дома, начали заходить через ворота, люди просто оборонялись, никто ни у кого не стрелял. Стреляли вверх, получается, многие люди, просто потому что массовый беспорядок был в городе. Люди в доме были там с внуками, с детьми, понимаете, с семьями, там, женами. Они все хотели просто нагло заходить в дом. Сжигали дома, получается, сжигали автомобили. Как им надо было обороняться еще? Поэтому, конечно, стреляли. Но там двое раненых есть. Там нет раненых. Там нет. Как, двое раненых в больнице? Я не знаю, я не слышал такой информации. Может быть, я занят другой историей. Скажите, как будете защищать своего сына? У вас адвокат есть. У меня есть адвокат, есть следствие. А если он глухонемой, то как его допрашивают? Там не специально, получается, языки жестов. Мы его приглашали, как бы, вчера допрашивали. Я уверен, что это не он. То есть он говорит, что не он? Они не то просто ищут. Угу. Там, возможно, на его месте любой другой человек. Может быть, и национальности цыган, может быть, и русские. Мы якобы этого не исключаем, понимаете? Угу. Просто кто-то воспользовался. Мое мнение такое. Больше я ничего не могу сказать. Как сына вашего зовут? Как зовут вас? Кто вызывал такси? Подозрение, естественно, того, кто уехал на этом такси. Это был мой сын. Угу. Вот. Я им предоставил моего сына. Они не спрашивали моего сына, понимаете? Я им предоставил моего сына. И как бы в качестве допроса. Его вчера задержали на 48 часов. А он куда поехал-то все-таки на такси? Домой. За братом? А, домой к себе он ехал. От брата? Да, от брата домой к себе он ехал. Понимаете, ребенок не мой. Он как может вступить в конфликт с этой женщиной? Я вот этого не могу понять. Он ездит постоянно на такси, он не обучается, получается, в школе на Челябинске, у него коррекционная школа на АМЗ. Он оттуда выезжает домой постоянно на такси один. Его там сопровождают, поставили такси, я вижу, как он едет домой. Отсюда я также его тоже отправляю. Никогда в жизни не было никакого конфликта с этим ребенком. И в школе за него там характеристики все положительные получаются. То есть есть версия, что... Понимаете, вот эти вот моменты надо как-то урегулировать в этом городе. Город никто покидать не будет, это в любом случае. Доказывать свою справедливость, и мы будем тянуться до конца. А тем временем в Доме культуры Горняк начал прием граждан прокурор Челябинской области. На встречу с ним люди шли плотным потоком. Жители требуют депортации цыган. Друзья, напишите свой комментарий, все, что думаете про эту ситуацию. И до следующего выпуска.